Всем привет! Сегодня я с вами хочу продолжить свой рассказ о нашей замечательной компании OnPassive и немного истории. Компания свое восхождение начала еще 2,5 года назад. Все это время становления компании. За это время президент компании Ашмуфарез собрал сильную команду высокопрофессиональных специалистов. Программистов, компьютерщиков, дизайнеров, юристов и других специалистов узкого профиля. Думаю, что эти специалисты не пожалели, что поступили работать в OnPassive, потому что они сейчас уже работают в новом прекрасном офисе в Индии, в городе Хайдарабаде. В этом новом 6-этажном офисе уже работает более 600 специалистов, и предполагается, еще будут набирать до 2000 специалистов. И они будут работать даже в 2 смены. Вот оно вот так вот выглядит, это здание в городе Хайдарабаде. Там 6 этажей, и даже будут работать в 2 смены. Одновременно, параллельно с организационными работами разрабатывались цифровые продукты по автоматизации и управлению бизнесом. Если сейчас компания разработана, сертифицирована и запатентована основная часть продуктов, то надо полагать, что если компания будет набирать еще 3 раза больше сотрудников, то надо думать, что объем работы будет выполнен в несколько раз больше в ближайшей перспективе. Если у компании на сегодняшний день 50 высокотехнологичных продуктов, которые будут работать на основе искусственного интеллекта, то таких разработок должно быть выпущено намного больше в ближайшей перспективе. Ведь эти продукты надо не только разрабатывать и выпускать в торговлю, но их надо еще и обслуживать, обновлять и так далее. Могу только догадываться, что поскольку было сказано, что OnPassive будет разрабатывать и выпускать на международный рынок не только высокоинтеллектуальные цифровые продукты, но и физические продукты, то могу предположить, что к этому будут проявлять большой интерес производители разных промышленных товаров. Думаю, что производитель в первую очередь интересует автоматизация и роботизация производства. Мне часто задают вопрос: расскажи о гарантиях компании. Первое, что мне приходит в голову, это то, что после оплаты пакета учредителя вы подписываете договор, и в этом договоре, в 9-м пункте договора, прописано, что вы можете свои деньги вернуть в любое время в течение 30 дней. Но президент Ашмуфарез сказал, что свои деньги вы можете вернуть без срока давности, если в компании вам что-то не понравится. За много лет работы в разных компаниях я не видел ничего подобного. Второе, это то, что компания не использует деньги, которые поступают от учредителей на разные нужды. Они хранятся на счету компании как резервные деньги. Если бы даже их использовали, то их все равно было бы недостаточно на то, что уже сделано компанией. По большой части президент Ашмуфаре тратит свои деньги на содержание специалистов, содержание офиса и разные нужды, поскольку он не бедный бизнесмен, то есть за счет своих денег. Кстати, он сам программист и сам создавал и внедрял разные программные обеспечения раньше в других компаниях и обучался в Гарвардском университете. Я хочу напомнить, что OnPassive – это американская компания, зарегистрированная в штате Флорида
в городе Орландо. Кто не в курсе, в Америке очень жесткие законы по отношению к мошенникам, к сомнительным компаниям. Мошенники там даже не пытаются зарегистрировать. Американские тюрьмы гостеприимные для мошенников. Мошенники не делают такие дорогие сайты, как onpassive.com, который вы видите сейчас. Сайты такого рода я не видел. Я в жизни много видел хайпов, там различных программ матричных и так далее. Они даже близко не походят к таким сайтам. Этот сайт, onpassive.com, будет работать, он будет состоять из 180 страниц. И он будет переведен на 108 языков. Вот. Никакие сомнительные компании не будут делать такие сайты и не будут переводить на 108 языков. После оплаты пакета на сайте gofunders.net вы сразу получаете более 100 лендингов, то есть страниц захват, чтобы вы могли приглашать своих друзей и знакомых в свою команду. К примеру, я вам сейчас продемонстрирую, как они выглядят. Видите, да? Таких лендингов, или как их называют, страниц захват, там их более 100 штук. Почему так много? Этому тоже есть объяснение. Я сейчас не буду задерживаться на этом. Видите, они тут уже заточены под вас. Здесь, как только вы пакет покупаете, деньги поступили в компанию, через несколько секунд у вас открываются вот эти сайты, лендинги, и вы их начинаете уже использовать. Видите, такого плана сайты это недешево стоит оформление, и они делаются высокопрофессиональными специалистами. Это тоже, видите, вас пригласил Владимир Андреев. Они, кстати, переводятся, их можно переводить. Перевод на русский язык. Вас приглашает. Конечно, есть перевод, это технический перевод, надо понимать. Да, вот все они разные, там они сверкают, мигают, то есть непростые сайты, да? Вот, есть такие разные, по-разному оформленные и так далее. Еще раз, мошенники не стали бы делать 100 страниц захвата для тех, кто к ним попадется в их ловушку, к примеру, в хайп какой-нибудь. Можно только предположить, сколько бы мы сами заплатили, если бы мы сами заказывали программистам 100 лендингов. Это не те лендинги, которые иногда скидывают нам партнеры разных компаний, которые печатаются на шаблонах. Президент компании... Президент компании Ашмуфаре, индус по происхождению. Этим и объясняется появление огромного шестиэтажного офиса в городе Хайдарабаде в Индии. Сам он является гражданином Америки и проживает в Америке. Вот. Кстати, примерно треть части учредителей компании регистрируется из Индии. Местные средства массовой информации часто освещают онпассив с фотографиями Ашмуфаре. Эти статьи вы можете найти в информационном блоге. Кстати, информационный блог, он здесь, если вы заходите через сайт, через основной сайт, то вот здесь есть кнопка. Есть кнопки в лендингах, есть кнопка и на сайте учредителей, то есть вы всегда эту кнопку можете найти с любого места. С любого места зайдете, найдете. Президент Ашмуфаре публичный человек. Он не прячется никогда и часто выступает на вебинарах компании.
Очень много лидеров компании покупают позиции по много штук. Это и по 5, по 10, 20, 30 позиций покупают. Есть и кто покупает по 100 позиций, кто выкупил уже и побольше. Каждая позиция – это дополнительный источник дохода. Эти люди, многие друг друга знают и знают президента лично уже много лет, и это тоже немаловажный фактор. Другими словами, наш президент, он пассив, уважаемый человек. И человеческий фактор никто еще не отменял. А что касается надежности и легитимности компании, мне это я как бы рассказал, что касается надежности и легитимности компании. Мне часто задают и такой вопрос, как приглашать партнеров. Я отвечаю, здесь в принципе в компанию пассив можно и не приглашать. Почему? Потому что компания нам дает таргетированный трафик. Что это значит? Нам, то есть нам команду строит сама компания. То есть она целенаправленно по нашей ссылке подставляет людей, клиентов, потребителей именно под нас. То есть вы можете не приглашать. Но если вы все же хотите ускорить проезд, то есть процесс, то приглашайте, ради Бога. Должен заметить, что компания OnPassive – это не сетевая компания, но с элементами сетевого маркетинга. Думаю, что приглашать надо в первую очередь начинать со своих родственников, друзей и знакомых. По опыту других компаний знаю, что знакомые или даже родственники часто оказывались в других командах по той причине, что просто мы стеснялись приглашать их или боялись, что они выставят на посмешище. Но чтобы их приглашать уверенно, для этого мы сами должны быть уверенными. Уверенными, что находится в серьезной и правильной компании. Такая уверенность не приходит сразу, если вы не владеете достаточной информацией о компании. И у вас нет уверенности в продуктах и перспективах развития компании. Такая уверенность не приходит, если вы не посещаете мероприятия компании, не ходите на вебинары, не общаетесь со своим спонсором и не задаете ему вопросы. Если вы сами не уверены во всем этом, то ваш собеседник это чувствует на уровне подсознания. Но все-таки, если вы попробовали построить команду и не получилось, то компания решит за вас и эту проблему, потому что она дает вам трафик, и она сама за вас строит вашу команду. Я именно вот это положение как бы несколько раз говорю постоянно об этом, да, чтобы у вас создалось твердое впечатление. Этим и отличается компания OnPassive от всех других компаний. Есть еще один способ приглашения. Это приглашение через соцсети. Но это отдельная тема для разговора. Ее нельзя выложить за 5 минут. И к этой теме мы еще вернемся. И самый распространенный вопрос, наверное, который задают новички, это когда будет официальный старт компании. Но хотя я и сам новичок, точно дата по этому поводу не озвучивается, потому что во время предварительного запуска будут тестироваться продукты компании, и сколько времени это займет, пока тоже никто не может сказать, и, наверное, даже сам президент компании Аш Муфаре. Но думаю, что предварительный этап запуска тоже не будет длиться долго, потому что судя по тому, как инструменты поступают на тестирование,
И судя по той динамике, это будет длиться недолго. С другой стороны, для тех, кто приглашает и строит свою команду, это дополнительная возможность использовать это время для построения своей команды. Хочу напомнить, что когда будет дан основной старт, все учредители компании должны будут покупать пакет с инструментами. Цена пакета пока тоже не озвучена, она будет озвучена вместе со стартом. И гадать сейчас не стоит, узнаем после основного старта. И как я уже сказал, что вместе со стартом мы должны будем покупать инструменты с пакетом. Но если у нас, если мы за первый месяц покупаем со своего кармана, то если у нас есть люди, есть небольшая команда, то со своего кармана на второй месяц не будем платить. Но если у вас нет лично приглашенных, то даже и в этом случае за счет трафика компании вы на второй месяц и последующие месяцы тоже не будете платить. Тут, конечно, правда, нужно смотреть, как трафик компании сработает, но все равно все учредители будут получать пассивный доход, и наши места учредительские, они никуда не денутся, и кто-то раньше, кто-то позже все равно будет уходить гарантированно на пассивный доход. И в принципе, да, еще хочу напомнить, что инструменты для всех, кто зарегистрирован, и для всех желающих на 7 дней будут предоставляться инструменты бесплатно. То есть вы можете тестировать в течение 7 дней. И, пожалуй, на сегодня все. И это все пока, о чем я хотел рассказать. До следующих встреч. Пока-пока.